Чтобы получить власть в 2014-м, они сдали Крым и 2 миллиона наших граждан. Еще 5 сделали заложниками конфликта на Донбассе. 9 миллионов лишили работы и вынудили батрачить на чужбине. Все это сделано, чтобы несогласные не могли проголосовать против. Продолжение войны и нищее население – гарантия сохранения их власти. Мы сломаем их план, вернем стране мир, семьям родных, а людям – работу. Нам решать, как жить в своей стране и каким будет наше будущее.